Сим добыл еще одну мышку. Пытается ее опять расшевелить, чтобы она побегла. Она глазками, вижу, моргает. Но бегать не собирается. Несмотря на небольшой дождичек, гуляем. Сима в зарослях сныти ищет себе мышку. Сныть трава тоже съедобная, но Сима не рисует. И интересует что-нибудь такое, что шевелится. Что не шевелится, он быстренько сейчас расшевелит. Мышку опять добыла. Хочешь с ней поиграть? Мышка притворяется мертвой. Кисточки решил, что это такое. Первый раз обратил внимание на то, что на камышах есть кисточки. Thank you.